Так, а хто скаже, по ГП или по ролу шмот тут? ГП, понял. Все правильно, так и надо. Оставили мне место? Я сейчас доиграю быстро и зачем. Ашки, МП5, я кулаки, Шреддер каст. А, тогда пан каски. Здесь вас не защитить.
Че, уже целка собрали? Меня и Пау, и Шан. Бля, как тут хилять-то, если людей просто шотит нахуй? По 40к, я не знаю. По 61. Я, блядь, прихожу, мне поебало дают, я ухожу. Кто ты нужен? Уже на всех. Вроде, кроме паладина, я не помню. Да, паладина, я тоже закрыл. А, да, я закрыл. Слугу забери, и все. Химов ебашит. Шел 45-й день, а я все бежал и бежал. Вести кастом сбивать. Там же еще Мосе надо было что-то ставить. А, он же в разнице. Я могу и сам идти в метку. Привет. Что, вы на репре? Что, тут даже все наши, что ли? В смысле? Ты что, не снимаешь, блядь? Там пока рыбу пожрут, если есть. Почему два? А баф можно? На кого находит? На меня. Я расплыла? Ты сейчас серьезно? Конечно нет.
Да, я ставлю пану. Срыв огран на 1000, у тебя 700 тысяч, зачем писали? Не знаю, за оранжей. Куда? Сюда. Парола? Нет. А что нет у этой штучки? Таблички. Это он на кинжал, по-моему, кидал, я так понимаю. Дай мне лутера. Там. Что ты, Шинсунг, не можешь купить себе нормальный этот манскрипт? Да. Я на 210 коплю сначала, а потом манускрипт. И билд надо вообще перейти. Ну, тебе манускрипт больше даст, чем давит 10. Да, ты гонишь, типа, ну, буря будет прокать, что-то я сомневаюсь, что манускрипт больше даст. Вы понимаете, что на мир пало... Три косаря, да. На 4 босса. Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Блять, пиздец, все так выйдут бояться, кто спрашивает, да чей это ник, блять. Молчит сразу. Это Принесон, это он что сказал, я сказал... На 4 босса хотя. То, что ну это... так делайте все от вас возможное, чтобы не было на 4 босса. В чем проблема? Они кучу будут закрыть. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой,
Блять, хотела дать штаны и сдохла. То же самое. Согласна. Храните память. Здесь клин скинуть, что ли? Клин скинуть, что ли, где я лежу? Смотри, за спиной босса лежу. Спиной оленитель. Вот так. Это не дракон. Не используй его. Приставал. Эй, бумажный. А где рыба? Дайте приставал. Приставал, дали. Ну за что меня-то, блядь? Тупой босс. Thank you.
подчиняться моей воле! Ты не в силах противиться моей воле! Все, босса берем. Уже. А может ты это обеспел? Я уже обеспел. Тарнаван в десятке был. Секунду, секунду. Котлас у нас кто, АДК или ФДК? Ну если ФДК, то отдали мне. Если думал, если он АДК, просто отдали бы ему, потому что это фильм. Котлас ФДК, тогда не отдавай ему. Ну, бля. А ты отдал кинжал с первого босса? Есть. Пуляйте танки. А перчатки еще никто не ролл, что ли? Ашки вон паролил, топок за пол. Не, если никто не ролл, я бы забрал. Да. Ты уже осколков больше, чем за последние 3 недели, блядь. Сколько у тебя уже? 7. Ебать, много, да? За последние 3 недели... Это у тебя общая, типа, сумма? 7. Ну, да. Уже где-то 15, да?
что я одну неделю бухал, я даже КД не повесил. Вторую неделю упал один, третью неделю не упало нихуя, блядь. А чё ГП в гильд чате не летят? Вау. Вот, отошёл, походу. Ашки, перчатки получил? Ашки, так никому не надо. Ты единственный. Ну, они типа за ГП, понимаешь? Я за успех. А, ну да. А почему не разролили с первого босса шмотки? Потому что это мой. Я бы все кинжал забрал. Ну, конечно, они кидали ролл полчаса, потому что все думали, что тут по ей подгопалут мастеру. Бля, какая крутая. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Чё ж столько фростов в гильдии, нах. Вы видите, что это там вдалеке? Ну, людям нравится жать одну кнопочку весь бой. У Фрост не одна кнопочка весь бой. Ну, так они читают апдоты и разгрузку рун, так что... Ледяной удар плюс уничтожение — это уже две, так что не спорь. Уничтожение — это разгрузка рун. Это то же самое, что и Койл. Его не читают. Не люблю, когда людей называют однокнопочных. Ни одного класса, блядь. Вов, ты видел однокнопочного? Кроме Рейтрика. Блядь, ну Шейпер, да хуй ты еще туда не лезь, блядь. ДЦ парня. Нет, тут ДЦ даже не однокнопочные. Блядь, чё, Шам, одна кнопка жмёшь, чё? В пятки я жму сейчас только на одну кнопку. Это ДК, если что. По всему рейду щитки раскидывают. Там раз в 10 минут исповедь нажать или молитву. А вас, вы типа за кнопки не считаете, когда вы передвигаетесь WS от DD? Бля, точно. А зачем это жать во время боя? А-а-а. Чтобы от слизня убежать. Ну отведи куда-то босса, все равно нужно стоять в одной точке. Так и сказал какой-то человек, который придумал тактику 100 лет назад. Это лаги у всех, да? Да. Да.
Говорят, что под ракеты не нужно становиться. Так кого ты нахуй слушаешь? А это все миф, блядь, ПС апает. Ебать. Я не ебу, как я выжила на... А тебе еще точек висел? Ну, тогда я. Это кто? Румынские разведчики. В чем прикол? За все классы, которые я играл за все классы. Самое больше всего кнопок у Шипена, у Локов и у Паладинов, блядь. У Шипена много кнопок? Ну да. Обновлять доты хотя бы раз. Два дота обновлять, третий сам обновляется отпут. Ну если у тебя нету 4-10, блядь. Че взрыв разума, ну? Ну это для лохов. В Т-10 шмоте взрыв разума вообще не используют. Что там три кнопки? Прикосновение, чума и... пытка. Изюма хотел, блять. Он нажал одну кнопочку и увлекся. Изюм на мана. Правую пушку замените, блядь, меня Фалтер сгорел на работе и улетел. Да-да-да, правую пушку кто-то сядь, самую правую. Потому что надо оружейников дальних добивать, блядь. Не-не-не, я упал, мать. Какая разница, не в берсе. Я вообще остался из этих лагов ебучих, блядь. Да я остался оружейника добивать персону, потому что фловый стоит, блядь. Меня мог упрыгнуть, но я хотел добить, нахуй, мне этот хуй подбежал в ваншот. Ну, как стандарт. Так. Конечно, классный, блядь. Ну, ты... маг еще не умер, а ты уже улетел, блядь. Сундук туда, блядь, не вставай. Но взяли сразу. Можно кинжал с первого босса за ГП забрать? Ты аж тебе дал перчатки?
Тогда давай мне на офспех нахуй перчатки. Рейк. А ты где? Кинь мерк на себя. Открывать? 5 осколок, вы чё, ёбнулись? Иду, иду, всё, я только сейчас увидел, сорян. Иду. На. Ещё раз. Потому что все привыкли до ЕПГП лутмастер, блядь. Мастеру нам спек он просил. Перчатки. А да. Палы каску бафните по себе. А счет-то классный тренкет на хилах. Я не успел. Потом дашь. Угу. 825. Хуя себе, нахуй это забрал. 825. Понимаю. А у меня все равно это тоже забираю, по идее. Забирать что-то? Все, благодарю. Отдел ДЦ. Красиво. Ты можешь хотя бы кидать в объявление рейд? Нет. А чё мне ГП, сука, не показывает? Он отключил. Герои, будьте начеку! Блять, только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля лича. Рыбу жрите. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Блять, босс уже запущен. А может дайте каску, блять, лапу нахуй. Нахуй тебе надо, блять. А кому он нужен? Я так же думаю, блять. Блять, дайте вару каску, сука. Ну все погано. Да. Ну, значит, не у всех. Кто там? ШБ у меня встал и заметил. Уйди, пожалуйста. Зачем ты в шаман встал?
Дайте мне сальву. Да и трэш мне надо сальву. Отличный гайд, блядь. На прохоз 80, по-моему. А у нас сколько? Нормально. Я в полкомнаты бегать за трэшем не буду. Боги. Ну чё, хоть у кого-то уже есть? Ты 5 нахуй на сервере. Да ничего. Мне в обмен кидал чел из этих, из Найтбладов Т5. Ну, у него есть. Не отрекайтесь от нее. Так, почему бой висит? То у меня до сих пор. Зайди внутрь через портал. Не через портал, а через это, через дверь. Не будет боя. Ребята, если что, это 500 гп. Не, в смысле, у меня этот, задержки, мне до сих пор выйдут этот сарфа бьет. Ну как, получается? Ну да. По чуть-чуть бьем. Ну давай там, не кашляй. Ой, ты отключил типа описание в чат? ГП своего. Зачем? Ты мог и табличку включить.
Куда мы пошли, блядь? Смотреть приоритет. Алло. Сука, пинг 52 лагает, так пиздец, сейчас заходит. Пинг 61 лагает на 500, что ты хочешь? Ну, бля, тоже. Назад вернулись, все пошли в центр, а грим валик нахуй. А в чем мем валик агрить? Потому что есть люди, которые могут нахуй их сагрить без этого. Во время трэша другого. Бау. А нас шаман ливнул. Или ты где, шаман? Я стрельнулся. А ты там сарфанга бьёшь? А, вот сарфанга, бил. Твою. Мы в тебя верим. Который хил, да? Да. Сбилка. Ладно, шел, шел. Чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна? Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Я сквозь щит ваншотнула. Понимаю. А это, комп перезагружу, а то полтора дня, я вообще охреневаю, ой, до сих пор. Ну ты сообщи, когда сурфангу убьёшь. А чё там, кстати, выпало? Да и Оли. Саму так не подумал.
Мод, вы их разведете? Запустился. Не могу резнуть. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Вставайте, бегите. Нет. Погодите, не бегите, я рейсер. Не заходите, Винст, у вас, блядь, просто не пусть. Я не рейсер, бой. Сейчас тут у меня колбу заберет, ну что мы? Скажите, как убьёте. Убили. Простите. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части. Да, надо как-то это происходить. Есть левый реалог не собой.
На кого СС вешал? Я могу спекнуться на Вальку. ДЦ и один хил маловато, по-моему, для рейда.